Два долгих года мы наконец-то возвращаемся в традиционный формат. Я надеюсь, вы рады этому? А сейчас поздравить нас всех и наш любимый физфак приглашается декан физического факультета МГУ имени Михаила Васильевича Ломоносова Николай Николаевич Сысоев. Дорогие студенты, аспиранты, сотрудники, наши гости, как говорил наш ректор, академик Виктор Антонович Садовлевич, университетами управляют традиции. И самая такая любимая наша традиция – это День физиков. Мы его справляем где-то с 60-го года, поэтому в этом году исполняется 62 года нашему любимому празднику. Поэтому я, подчиняясь традициям, объявляю праздник День физиков открытым! Ура! Физфак не стоит на месте, мы развиваемся. Вот за 10 лет объем научных исследований физического факультета увеличился более чем в 6 раз. В этих работах участвуют не только наши ученые. Вы сами знаете, что студенты практически со второго курса тоже участвуют в этих работах. Поэтому я всех поздравляю с праздником, желаю успехов, здоровья, всего самого наилучшего. Ура!